Досюта обзор на монитор Samsung. Монитор в отличном состоянии, полностью рабочий, но имеет подключение нестандартное, то есть питание. Ну, то есть бок можно подобрать. Вот. Данный монитор при приемке проверялся, но впоследствии блок питания, так сказать, не работает. Но сам монитор рабочий. Я вернусь к тому, что при приемке вы проверяли. То есть вот, отсюда и цена такая демократичная. Он без повреждений. Матрица работает, и светов у него не имеется. Так, данная модель данного монитора. По задней части подключение VGA и сетевое подключение. Также задняя наклейка. Ну, что вам сказать, рекомендую к приобретению. Как такой небольшой бюджетный монитор. Неплохая покупка. Я рекомендую к приобретению. Спасибо.